были приглашены представители общественности, дирекции центрального рынка, ответственные лица муниципального предприятия «Водоканал». Канализационная сеть в этом районе не ремонтировалась капитально порядка 15 лет. Нагрузка за нее за эти годы выросла в десятки раз. Первый заместитель главы города Светлана Яровая заверила представителей ТОСов. Эту задачу мы решили, так или иначе. Поэтому я надеюсь на взаимопонимание и всех к этому призываю. Я докладываю, безусловно, главе города о принятом решении каждой из сторон и сроках. Это выезжала рабочая комиссия с участием администрации, ТОСа, водоканала, центрального представителя, да, центрального рынка, самих предпринимателей. И, как мне доложено, есть такой проект решения. А проект решения следующий – передать этот канализационный коллектор протяженностью 175 метров вдоль улицы Горького на баланс водоканала. У водоканала главные условия – обеспечить свободный доступ к коллектору, так как из 6 колодцев несколько находятся под торговыми объектами центрального рынка. И второе условие – привести в порядок и прочистить сеть. На все эти условия тут же согласилась дирекция рынка, которая за 5 последних лет потратила на прочистку канализации в этом районе 676 тысяч рублей.